То, что вторая волна сейчас находится уже не на плато, а имеется устойчивая тенденция к снижению заболеваемости, это действительно так. На сегодняшний день в Лидской ЦРБ на лечении находится 200 пациентов с пневмониями. Конечно, большинство этих людей переносят коронавирусную инфекцию, и около 10-12% от общего количества пациентов с пневмониями не имеют этиологии коронавирусной. На сегодняшний день Лидская ЦРБ развернута 283 койки для лечения пациентов с пневмониями. В связи со стройкой и, естественно, со снижением заболеваемости, с учетом того, что мы должны экономно расходовать государственные средства, койки для лечения сокращаются. И на сегодняшний день инфекционный госпиталь расположен в акушерском корпусе, где сосредоточена основная масса кислородных точек. Это все знают, это не секрет. До Нового года, когда было максимальное количество пациентов с пневмониями, у нас было развернуто 508 коек. Естественно, что нам для этого пришлось задействовать еще другие корпуса, в том числе педиатрический корпус. Сейчас эти койки выведены из перепрофилированных под ковид-инфекцию коек, и мы можем работать уже исключительно в этом корпусе, где сейчас лечатся пациенты. Что касается эпидситуации, естественно, в марте, когда будет наблюдаться сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, может появиться какая-то тенденция к увеличению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но ожидается, что она будет не такой высокой, как в декабре, в ноябре. Но при этом нужно все-таки помнить о тех мерах, о которых мы рассказываем, о которых мы предупреждаем. Важным моментом в борьбе с коронавирусной инфекцией, как и с другим любым эпид-процессом, является вакцинация населения. И сейчас начинается массовая вакцинация российским препаратом «Спутник-5». В Лидзе уже первые пациенты привиты. Это медицинские работники. Сейчас прививаются педагоги и специалисты тех категорий профессий, которые предполагают тесный контакт с людьми. В Лидской ЦРБ закуплено холодильное оборудование, которое позволяет соблюдать холодовую цепь и препарат хранить в нужных условиях.